плавильном цехе Серовского ферросплавного завода 20 лет работает Владимир Павлович Галямин. Его бригада первой в цехе закончила 10-ю пятилетку. Первой на заводе начала давать металл со знаком качества. Владимир Павлович возглавил борьбу за наивысшую производительность труда. В 10-й пятилетке выработка на одного рабочего в бригаде составила 365 тысяч рублей, самая высокая в цехе. В 11-й пятилетке бригада решила довести ее до 400 тысяч. Каждый трудовой коллектив должен воспринимать курс на повышение эффективности как свое кровное дело, как непременное условие успешного продвижения вперед, сказано в проекте ЦК КПСС в 26-му съезду партии. Именно так понимает свой партийный долг Владимир Павлович Галямин.